Кренгольм передал это здание городу. А город мне предлагал за один крону, за одну крону выкупить. И продолжалось это несколько лет. А потом я узнал, что это здание кому-то ушло в чьи-то частные руки. И я поставил на этой мечте собственной и мечте моей команды творческий крест. И занялся творческой работой и стал продолжать создавать хорошие технологии психотерапевтические. Работал над этой темой. Так умер этот проект.